Итак, детский сад номер 13 во Владикавказе. Взрослые мужики и детский сад показывают. Так, дети, сегодня к нам приедет Анджелина Джоли. Чтобы кого-нибудь усыновить. Потому что она уже везде усыновила, а у нас нет. Давайте, чтобы все гладко прошло, порепетируем. Я Анджелина Джоли. Здравствуйте, дети. Здрасте. Мама! Молодец! Отлично! Но завхоза она вряд ли усыновит. Давайте еще раз, да? Здравствуйте, дети. Здравствуйте, завхоз. Да она не будет так говорить. Она приедет и усыновит меня. Скажет, вот этого хочу усыновить. Лапочку, кисюлю, красавчика вот этого. Да никто тебя не усыновит. Почему? Не может сын выглядеть старше родителей. Тем более завхоз. А ты не говори, что я завхоз. Просто скажи, хозяйственный мальчик. Да чё вы спорите, может они вообще девочку хотят? Вот ты везде свою жену лоббируешь, а? А чё она дома сидит, там хоть мир посмотрит? А мы... Так успокойтесь! Мы нормально порепетируем сегодня или нет? Извините, давайте. Ещё раз. Здравствуйте, дети. Здрасте. Покажите зубы. Никто не болеет? Ни на кого кредит не оформлен? Чё ты прицепился, а? Но не может она тебя усыновить. Почему? У тебя есть родители. Они поймут. Особенно папа. Заурбек Александрович, идите в кладовку, возьмите гвозди и прибейте шифер на крыше. Так, давай нормально порепетируем. Или вы хотите до конца жизни гнить в этом детском садике? Нет. Я Анджелина Джоли. Готовы? Да. Я захожу. Здравствуйте, дети. Мама, 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 мама! Они заставляют работать меня завхозом! Так, Заурбек Александрович, почему сторож, повар, заведующий молчат, а вы говорите постоянно что-то? Вам что, больше всех надо? Надо! На меня же кредит оформлен! Что ты мне уже 8 лет этим кредитом тыкаешь? Я вообще не понимаю, зачем тебе нужен был утюжок для выравнивания волос? 8 лет назад нужен был. Да ладно, Заурбек Александрович, что вы так расстроились? Я был неправ, хорошо. Заурбек Александрович, хорошо, я Анджелина Джоли, я усыновляю завхоза. Мир в шоке, но ничего не поделаешь. Вот так. Заурбек Александрович! Заурбек Александрович!